В Краснодаре в микрорайоне гидростроителей сдали в эксплуатацию литер жилого комплекса. Ключи от квартир получили более 200 семей. Кроме того, застройщик устроил праздник для новоселов. Над покупкой квартиры в жилом комплексе «Стрижи» Павел и Людмила Светличные думали недолго. Просторные комнаты, удобная планировка и вид из панорамных окон стали преимуществом перед другими вариантами жилья. На этаже всего 5 квартир. Еще одним большим плюсом для новоселов стало расположение дома. В день сдачи нового литера для дольщиков устроили большой праздник и передали долгожданные ключи. Увидели данную застройку и решили заехать посмотреть. И вот мы с первого просмотра влюбились. Эмоции просто переполняют, потому что, ну, во-первых, это сбылась наша мечта. Мы купили, наконец, свое жилье, огромную квартиру, в которой будем жить, радоваться вот этими видами, качеством. Ну, это просто супер. На территории комплекса есть спортивные и детские площадки. Видеонаблюдение на всей территории позволит родителям не беспокоиться о безопасности детей. В пешей доступности от комплекса остановки общественного транспорта, 7 детских садов, школы, супермаркеты и аптеки. В ближайшее время для жителей ЖК будет доступна парковка на 700 мест. Виктория Зеленская, Артем Статюха, Вести.